Всем добрый день, я Валерий Летенков, нахожусь сейчас по улице Часовая, здесь будем смотреть офисное помещение. Инвестируем сами, чтобы как раз вот проверить момент инвестиции и полностью. Компаньоном пойдет у нас Севастьянов Иван, потом отдельный видеоролик мы снимем и уже более подробно расскажем все, что касаемо нежилых помещений. Начиная с проверки, заканчивая торговлей, выгодностью, ну и так далее. А теперь давай по ситуации по офису. Вот все это помещение 85 квадратных метров. В этом помещении две двери. Вот это одна дверь, вот эта дверь вторая. А значит, как делятся? Делятся они вот по этой перегородке. То есть одно помещение у нас получается вот это большое, где-то 50 квадратных метров. И 33 квадратных метров у нас получается вот эта вот половинка. Вот, значит, что мы в этой половинке видим? Значит, теоретически, если перегородить вот здесь вот стенкой, вот здесь можно сделать одно небольшое помещение, и там можно сделать второе небольшое помещение. А санузел вот напротив. Валер, открой, пожалуйста, дверку. Да, санузел. Да, вот санузел. То есть здесь, в принципе, все, все прямо на месте. Да не, ну а что заходить-то, что я санузел не видел? Красиво, плитка. Не, я понял. Да, обязательно, конечно. Присваивать с кадастровой номер, ну, это да. Мы можем купить. Это мы купим, получается, в конце января. Ну, когда вы? Ну, да, наверное, да. Вы дорожитесь, да? О, а что? Можете закрыть? А вот... Время терять, ну, можно здесь что и закрывать, и не открыть. Ну, вы понимаете, мы продаем и так, поэтому... А вдруг одному надо будет все 85, поэтому... У меня такое тоже. Два сразу продавайте. А что, когда с вами разве получили, вы просто их все и продали сразу. Ничего не сделали, это было бы удобно. Да. Две недели, а дорого покупать это все. Ну, мало ли, может быть, вот. Так, или мы, допустим, берем вдали акт, нам нужно будет на две доли брать, как мы с вами делаем, советуйте. Я подумаю. Смотрите, мы берем по одной, второй. Да. А берем мы, получается, не одну вторую. У нас же еще и квадратура не одна. Получается, мы, допустим, берем на одну, ну, я говорю, одну треть. Да. Ну, да. 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 Эту одну треть, мы, к примеру, потом сами дооформляем. Ну, как так. Ну, как по метражу, получится, мы ее надеемся, 1,35. Одну треть, ну, одну треть, так. Тогда будем торговаться. Не знаю. Зато сделку сделаем на январе. Нет, ну просто зависит от кадастра, сколько мне 5. По Подмосковью 15, по Москве они выходят. Может, короче, 15-20. 15 у меня тоже. По Минералу лучше. Тот самый, я вот на территория бывшего завода. На данный момент территория вся перестраивается под офисные центры. Скорее всего, что будет подорожание квадратного метра, с учетом того, что до метро Сокол здесь 6 минут пешком.